Вы спрашиваете меня, зачем летом ехать в Одессу? Вы еще имеете наглость спрашивать такое? Да в Одессу просто нужно ехать. Просто целовать песок, кушать креветки, бычки, купаться в море, ходить по Привозу, спрашивать, где Дерипасовская. И самое главное, в Одессу приезжает дизель-шоу 24 августа, 19:00, театр Мускомедии. Да что, вы не придете?